У нас 2 часа ночи. Смотрите, соседний дом, а внутри бассейн на террасе. Светло. Скоро будет совсем светло. Можно будет рыбачить, крючок привязывать, не напрягая глаза. Хотела что показать. Смотрите, видите, стоят палеты. Скоро будет костер 21-23 числа. Ой, спать охота. Это делают молодые дети, ну как подростки. Вот. Они, короче, начали делать еще в начале мая. И у них загорелась эта фигня. Потому что холодно было. Или в конце апреля они начали делать. Было холодно. И, короче, они рядом костры разжигали. И, видать, искра какая попала. И все. Половину уже почти сделали. И у них все сгорело. Вот заново делали. Все газеты писали. О, как жалко, как жалко. Конечно, столько трудов. Они же там лазят. Опасно, во-первых. У меня есть где-то видео на канале, как они там лазят. Как они эти палеты тяжелые перекидывают. Капец. Ой, холодно. Замерзла. Все, все. Всем спать. Всем баиньки.